Партнер рубрики – компания «Домкомплект». Инновационные решения в системах отопления. Уютный теплый дом без насоса и котла. У нас очень интересный историк был. Это писатель Юзефович Леонид Абрамович. И вот он у нас интересные моменты проводил, викторины, как бы человек выходит, загадывает какую-то историческую личность. И вот он за 10 вопросов классу должен отгадать ее. Я научилась там фигурный вальс танцевать. И потом пользуюсь этим всю жизнь. Я хорошо помню этого мальчика, вот, с которым у меня была первая любовь, которого я любила, но я с ним даже ни разу не разговаривала. Это вот иду я на 1 сентября, иду я с цветами и в школьной форме. И у нас в воротах в школу такая лужа всегда огромная была. И вот в эту лужу я хлюпнулся прямо вот как бы входя на линейку. Ну и, собственно говоря, я дошел, упал, весь в грязи, пошел обратно. Самое запоминающееся. Ну, когда очень хочется бежать в школу, не потому что хочется делать уроки или сидеть слушать, а просто чтобы встретиться глазами с человеком, который тебе очень нравится. И главное, что не надо ничего говорить. Просто так присутствует в классе, и тебе очень приятно. Песни? Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором.